сюда иди. Откуда родом? Родился в Николаеве, живу в городе Херсоне. Как призвали? Мобилизированный. Собрали с работы, дали повестку в руки. Сказали, не пойдешь, посадим. Сколько уже воюешь? Был призван 27 августа. Ну, есть собственное мнение об этой войне? Отрицательное. С кем воюешь? Понятно? Понятно. Ну, сейчас в плену уже понятно, да? Да я и тогда понимал, но что нашему руководству докажешь? Да, а ты настоящий армии или какой батальон? 40-й. А на что это? 40-й батальон. Ага. 40-й батальон, а дальше его расшифровка. А какая ситуация вот сейчас в армии украинской на позиции? Моральный дух как? Без понятия. Снабжение у вас какое было? Снабжение никудышнее. Никудышнее. А какой разница между народом Николаев и народом Донбасс? Еще раз. Какой разница между народом Николаев, ваш город собственный, и здесь народ Донбасс? Какая разница между людьми, которые по ту сторону и от этими? Никакой. Все люди одинаковые. А что говорили тебе? Кого? С кем едешь сражаться там? С паратистами или с кем? С террористами? Такого уточнения не было. Нас загрузили ночью, привезли сюда ночью, как котов повыбрасывали. Цель задача была не установлена. Мы так вот бегали с угла в угол, не знали, куда податься. Так и воюем до сих пор. Ну а вот как в плен попал? Сейчас... Какие обстоятельства были? Такими, они без изменений. Стреляли. Ну, что произошло вот в этот момент? Сам тихо, с пулитыми руками прошел. Тихо, как? Тихо было. Люди зашли, сказали выходить, ложиться лицом в снег. Повыходили, положили. Это когда? Сейчас. Сегодня. А до этого стрелял? Нет. Меня... Оружие в руках держал? Автоматом раз стрельнул на Новый год. И все. Слушай, а что ты, блин, пиликаешь, блин? Ей-богу. Ты с августа уже служишь, что ты тут работаешь, сышь? 4 месяца в батальоне просидели. Где ты в батальоне просидел? Скажи имя, фамилию. Проценко Александр Николаевич. А ты участвовал в Майдане? Нет. Ты участвовал? На Майдане нет. А как ты носишь тебя порученько? Быстро подвал. Подвал! Вовнутрь сюда, встань! Крейзи!